Всем большой привет! Сегодня будем делать ажурные блинчики без муки. Приготовленные по этому рецепту блины получаются очень тонкими, нежными и вкусными. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Приятного просмотра! Разбиваем в миску 5 яиц. Добавляем пол чайной ложки соли, 1 столовую ложку сахара. Размешиваем до однородного состояния. Подсыпаем 5 столовых ложек картофельного крахмала. Вымешиваем, чтобы не было комочков. Вливаем 500 мл молока комнатной температуры. Мешаем и подливаем 1-2 столовых ложки подсолнечного масла. Тесто получается очень жидким, но переживать по этому поводу не стоит. Даем ему настояться 10-15 минут. Затем отдохнувшее тесто хорошо перемешиваем, чтобы поднять осевший крахмал. И приступаем к выпеканию блинов. Разогреваем сковороду, смазываем ее подсолнечным маслом, наливаем немного теста, распределяем его по всей плоскости и жарим блинчики до получения золотистого цвета с обеих сторон. Огонь при этом выше среднего. Сковороду больше не смазываем, достаточно было перед первым блином. А вот тесто мешаем каждый раз, так как крахмал быстро оседает на дно. Готовые блинчики складываем друг на друга стопочкой и накрываем крышкой. Блинчики выходят тоненькими и очень нежными. В них можно завернуть любую начинку. Из указанного количества продуктов получается 20 блинов диаметром 24 сантиметра. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.